Ребят, всем привет. Через 20 секунд у вас пойдет стрим уже. Меня через 2 минуты услышите. Решил я дую кап немножечко постримить, потому что сегодня больше нечего стримить днем. Но это будет, я думаю, в принципе, интересно. Так, Life and Cup еще сегодня оказывается. А что там на Life and Cup-то? Да, новый какой-то турнир, что ли? Да, сегодня новый Life and Cup еще начинается. Ну что же. Интересно там, интересно. Тоже будет, но Дую Кап как-то поинтереснее. Здесь в игре можно в игру попасть. Сейчас посмотрим сеточку, что у нас происходит. Так, ребят, что у нас здесь происходит? Давайте глянем. А происходит у нас здесь... Ну, интересная битва у нас тут. Корейцев много играет. Young, Patience, True, Apocalypse, Life, Super, Гидра, Танк. Что-то прям очень много корейцев сегодня бьется. Я вам скажу. Так, сейчас посмотрим, с кем Стру бьется, с целым каким-то. Куда-то вышел он вообще. Пока не бьется. Так, забыл тру, что я стримлю. Вебка не врублена, что ли? Да, вебка не врублена. Сейчас врублю. Прошу прощения. Короче, начинаем тру против цела. Потом тру, кстати, с апокалипсом будет биться. Если победит, как раз можно будет туда зайти. Вот, надеюсь, что они не будут там тупить, куда-то там опережать события. Поехали, в общем. Спасибо всем, ребят. Ну, сегодня помимо Дую Капа... Блин, интерфейс опять. Сейчас я, ребятки, забываю. Тут на каждом сервере же нужно интерфейс запилить. Ну, это ЗВЗ, я не думаю, что здесь долго будет что-то.
Может, ФП пару игр сыграть, не знаю, возможно, домой надо будет, там посмотрим. Илюк, здорово. Так, отручу ФП сейчас. Поднастроюсь немножечко. Завершено. Так, ребят, ну здесь Тру уже ставит точку, прошу прощения, отвлекся, там сетку смотрел, что вообще сегодня происходит, уж сейчас я, ну здесь все откомментировал как бог. ГГ, ребята, ГГ. Цел пишет. Короче, сейчас просто проводил урок там с человеком, ворвался резко, просто увидев, что Дуюка будет, потому что что-то надо постримить хоть немножечко сегодня. Но это, наверное, будет все на сегодня, что я постримлю. И потом будем, соответственно, буду отдыхать. Сегодня дела там по дому. Завтра у нас очень долгий день будет. Завтра Бобролига в 13:00 начнется. Завтра у нас отборочные на Home Story Cup будут вечером. Короче, очень-очень много всего. Этого и не пропускайте. Так, что такое-то там? Ну, а сейчас продолжим, в общем-то. Так, заходим к Тру, что-то я... Завтыкал немножко. Все, зашел. Отлично, поехали.
Так, да у меня человек там просто 2 месяца просил, да, поэтому с ним запарился. Вот. Ну а так, честно говоря, ну не берусь, как бы, если человек готов там на длительное сотрудничество, там, да, как бы на... Ну, готов играть что-то там, какие-то уроки, тогда да, почему бы не взяться, а если там что-то там, ну, люди сами не понимают, что хотят, тогда я как бы и не заморачиваюсь даже. Вот. Ну, как бы пишет кто-то там, кто-то не пишет. Так, плеточка утру. Ну, целое, что у нас? У Села тут Беллинг Нест пошел, мув делается, переводится. Все на золото практически сразу. Утру всего 4 дрончика на золоте. Ну, тут окупаемость, естественно, будет. Но, посмотрите, как рабочую ущербную переведены. Сюда 3, сюда 7. Что ж ты делаешь-то? 20 сюда переведи назад. Ничего не делается такого. Так, приходит Тру, здесь доделся муфлингом. Тру теряет своих лингов сейчас. Ну все, по лимиту в плюсе, рабочих построил. Беллинг Нест построил, 20 лингов сейчас дозаказывает, понимая, что здесь агрессия может быть от оппонента. И здесь уже Беллинг Нест, между прочим, есть. Ну Сел там дозаказал лингов и заказывает несколько дрончиков сейчас. У Тру сейчас муф будет через секундочку уже готов. Да, вот готов муф. Нагловато тут Тру, конечно, Беллингов. Ну, кстати, посмотрите, насколько идеальный тайминг. Насколько чувство тайминга морфа Беллингов сейчас у Тру сработало. То есть одного сгрыз буквально секунду в секунду, от второго просто убежал сейчас в контратаку, заходит, здесь нечем принимать вообще лингов. Заходит на мейн, спокойно все это, начинает грызть дронов. На королеву накидывается частью лингов, частью минеральную линию там побежал. Королеву сгрызет хоть? Нет, не сгрыз. Не, королеву лингов отдал. Тру ущербно дерется. Только похвалил за беллингов сейчас, а в итоге Тру какую-то бред начинает делать. Беллинги взрываются, дрончики падают. Раз, два, три сейчас упадет. В итоге у Тру все замечательно. Как-то вот на ровном месте, кажется, так отдается сел. Но игроки явно разного уровня просто в этом-то и суть. Здесь беллинги новые морфятся, еще королевы падают. Сверху роучи выходят. А что эти роучи уже могут делать? Роучи уже просто не, им защищать уже нечего. Вот в чем проблема. На второй базе все уничтожено. На мейн врывается линги беллинг. Здесь 3 беллинга уходят. Королева пытается Тру догрызть сейчас. Но в итоге вгрызается в рабочих. Рабочих просто 5 здесь штук под ударом. Остается 7 дронов. Можно писать ГГ и спокойно с чистой совестью выходить. А мы будем Тру Апокалипс смотреть. Ну да, но Сел пока не сдается, он что-то хочет сделать здесь. Что он хочет сделать, я, честно говоря, без понятия. А, у него роучи много. Ну, 10 роучи, это что-то, на самом деле, 20 с лимита прямо. Даже можно попытаться выйти, но с такой экономикой тут плетка, здесь корова, здесь уже роучи поперли во всю. Нет, здесь ничего не сделать, к сожалению, будет. Бегай, Сел. Смотрим сетку. Ну, Тру против Апокалипса здесь надо смотреть по-любому. Так, скролл, лок, капс. Вот эту игру нужно смотреть. Сейчас как раз она должна состояться. Риянг Пейшн, кстати, возможно, будет в ближайшее время. Тоже интересно. И лайф там бьется. Чик на хай... на сверху сетки. На хайграунде хотел сказать. Ну да, на хайграунде в сетке, но это ему никаких плюсов не дает особо. Скорее все равно будут попадаться здесь и гидра, здесь танк-танк и его сетка. Ну танк-танк не дико сильный, гидра уже посерьезнее будет оппонент. Departure Armani, что-то сегодня прям хорошее количество корейцев в сеточке.
Так, привет, King Alvis. Так, короче. Что у нас? Тру еще не начал. Ну, сейчас начнет. Ждем, ждем начала. Короче, будем стараться. Patience с Сайном 1-0 ведет. И, может быть, успеем к Риангу Patience. Ну, здесь нужно вот эту часть сетки пока отслеживать. Потом буду врываться в другую часть сетки. Давайте пока здесь поставлю то, что надо, куда надо. Так, а супер чё, с кем он играет вообще? Я не знаю, с кем играет супер, но он, ему вообще тех поражений уже в этом турнире дали, как ни странно. Так, сейчас мне надо позвонить быстренько. Что-то мама мне звонила, не знаю чего. Узнаю быстро и вернусь. Так, все, попал куда надо. Тру против апокалипса. ТВЗ. Еще с эксплитом последняя нитка творится. Берет и лагает в наглую. Просто виснет. С не эксплитом, точнее. А с опсом. Вот, отвис вроде. Привет, Кей. 2 минуты задержка. Так, погнали. Здесь барага слипера, а пока... Ну, здесь стандартная хата, 2 овера вперед летят на разведку. Третью явно хат стру не будет ставить, я думаю, будет газ-барак, фу, газ-барак, пул-газ делать.
Так, вторая хатка. Здесь реперочек, ЦЦшка, все стандарт. Второе депо пошло. У апокалипса все псы, кстати, надо посмотреть, что за пинг у меня на Корее. Ну, 340 на Корее пинг всегда такой серьезный достаточно. Спасибо. Пользователь Вовдок активировал премиум на ваш канал. Так, а где звук-то, я чуть не понимаю. Чуть я смотрю, наверное, Ctrl-S нажал или что-то такое нажал. Смотри, что-то летает, рипер стреляет, звук вообще отсутствует просто полностью. Один малик дома на патрульце. Ну, реактор сейчас будет, естественно... Марики с реактором, а нет, гелионы с реактором на бараке лава, то есть переход в Steam, если был бы Hellbat Push, то я думаю, тогда бы не было лабы бы, пока строились бы. Строились бы тогда бы марики. Привет, Клавдиус, не понял, про что ты говоришь. Про стрим я написал сразу же в группе, как только его начинал. И, естественно, был анонс. Если у тебя подписка на канал есть, то уведомление должно прийти. Так, чуть там овер погиб на мэне, по-моему, да, вот Марик добил. Здесь 4 гелиончика, рипер врывается на третью, Тру вообще чуть не готов здесь к этому врыву, абсолютно просто не готов. Дронов уже погибает, сейчас посмотрим, сколько штук, 5 уже точно погибло. И здесь еще, посмотрите, Тру выводит дронов, пытается отбить гелионов дронами, что ты, Тру, творишь? Вообще, посмотрите, как здесь жарит-то все, как вообще шкварочки одни просто... Лежат, 16 дронов прижарило, но это солидный врыв такой. Парабам Зерга сразу меньше, чем Тирана становится. Это наипечальнейшее просто происшествие. Влетает Банша с инвизом сюда, Банша влетает, Зерг вообще не готов. Зерг играет, как, наверное, против стандартных каких-то хелбатпушей и либераторов. Спорок нет, смотрите, Банша прилетает, это минус Тру. Парабам критические потери будут здесь явно. Да какая королева? Рабочих убивает. Контроль большой просто отсутствует. Сейчас только похвалил. Все. Что делает? Вообще не понимаю. Вот что делал вообще сейчас? Что делал тиран? Вот что он сейчас делал? Продемонтил в двух банши, они протрансизились. Все, можно дронов было разваливать и разваливать еще. Убил 4, можно было, там, я не знаю, если бы нормально законтролил, десятку убить, пока эта спорка проявлялась. Ну и так, демедж гигантский с эргом получится. Видите, 68-52. Просто апокалипс как бы дома развивался, чтобы совсем не было косячно с развитием, не вкладывался в контроль банши там до конца полностью, я не знаю. Ну вот еще пару дрончиков срезает здесь очень неплохо. На третьей базе добычи есть, на мэне есть, на второй есть. Все, что делает Зерк, это сейчас рабочих строит. Лейер поздно пошел как-то. Так, банша прилетает, что-то дрону туда-сюда катает. Да вот же они ездят. Еще один дрончик минус, можно туда на вторую, на третью, в карман залететь. Ну, это третья фактически по порядковому номеру была база. Ну и все, у банши сейчас через несколько секунд инвиз кончится. Ну, еще решил, что дрончика может забрать у нас. А пока... Кстати, самое интересное, что Тру пытается спорки заказать и выглядит так, как будто у него какой-то пинг, и он не может заказать. Но они на Азии играют, на своем сервере. Вот в чем прикол. Возможно, конечно, Тру... Хотя нет, где он может еще быть? Тру в Корее, наверное. Хотя, может, он за какую-нибудь тайваньскую, там, я не знаю, или китайскую команду выступает. Но один фиг. Этот Си-Шторм, это не КСПшная команда, естественно, вот. Но... В любом случае, сервер их и пинг-то там их.
Еще 15 дронов заказывают тру. Только сейчас он по рабам обгонит. 26 в этой игре он рабочих уже потерял. Зерк уже третью начал добывать. Тиран уже третью, простите, начал базу добывать. Тайминг армори вообще. Армори есть. Армори уже есть. 2-2 сразу же грейды пошли. По грейдам тиран хоть и оставал по 1-1, по 2-2 сравнивается примерно по таймингу с зергом. Парас рабочих продолжается, здесь очень жестко, тремя баншами уже бомбит здесь все. Апокалипс, три банши, это очень много дэмэджа. Минус королева, минус несколько дронов. Две королевы пришли, а что, две королевы можно развалить, если подставить банши не дэмэджинов, кстати. Так, ну апокалипс, летай, вот здесь банша, пожалуйста, стоит. Загрелся на баншу. Все, минус, согрелся на баншу королева, минус королева, сразу на трех баншах моментально. Еще много дронов подрезает, пока можно газ на халяву срезать, а почему бы и нет, хоть газ там. Тоже здание, тоже нужно строить, тоже ресурсы нужно восстанавливать, да, не дико дорогое, но тем не менее. Еще королева здесь одна стоит, можно и здесь королеву развалить тремя-то баншами, милое дело. Не знаю, что боится апокалипс. Ну, одна дэмэджная, одна там с фокуса, с секунды, с удара умрет фактически. Другая, это не дэмэдж. 136, 97 по лимиту. Короче, все замечательно сейчас у апокалипса в этой игре. Пора уведомление по СМС делать. По СМС было когда-то уведомление, потом отменили его. Вот, слишком это накладно, или я не знаю, в чем там дело было. Когда-то было же СМС-уведомление. Четыре медиа, ну вот это точка в этой игре, как бы это летит последний дроп для зерга, вот, и для тирана, собственно говоря. Дропается 4 медивака, здесь слишком много юнитов, здесь не просто много, здесь их слишком много юнитов, чтобы зерг мог что-то сделать. Минка еще стреляет на 13 лингов, то есть мало того, что здесь и так марики все на оклики убивают, так еще и минка стреляет, лучше не придумаешь. По потерям, короче, посмотрите, просто как апокалипс разгромил труд. Кстати, потерял несколько мариков, все-таки не успел загрузить. В это время выход в луп идет. Тут оверы летают, под них минки копают. Сейчас жахать будут по оверам. По оверам жахнули, оверы падают. По потерям еще жестче становится. Смотрите, по юнитам просто 16 на 160 в 10. Просто x10 потери, как бы, на данной стадии. Вот, на каждого потерянного тирана 10 зерговских приходится. Может быть, если бы в реальном каком-нибудь фильме там, в реальном будущем, если бы зерги бы и были, это были бы нормальные потери, но это ненормальные потери в игре, собственно говоря, в Лотве, в этой части. Так, здесь выход идет. Да можно соединиться вот этими тремя медиваками с основным выходом, либо просканить и дальше основным медиваками, дропнуться, к примеру, сюда. Да все, что тут не делай, все ГГ, на самом деле, зерг. Вот. Апокалипс залетает на вторую в кармане, бас дропает Марика мародеров. Нужно простимпачиться, нужно убивать тогда что-то. Так, ну дронов убивает, пытается хатку забрать. Буквально секунду хатку не забирает и улетает, ну блин. И теряет при этом еще юнитов, ну хоть как-то тут действует. Да блин, что я переживаю, здесь у тирана на 100 сотку лимитов. 190 на 90 в плюсе, поэтому тут здесь уже ничего случиться не может. Для него печального. Сплит, конечно, апокалипса так себе, я бы сказал. В то время дропнул вторую пользователь базу. Пользователь Никтос активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Сега Тим Найтос, тебе. Так, сканы идут, крип наконец-то здесь вообще весь апокалипс выбивает. Ну уже что-то нужно. Добей ты его уже, он там вообще, ну сидит, я не знаю, уже, я не знаю, что тру здесь сидит, но... Ну уже пора точку поставить в этой игре. Ну вот просто когда так круто играл апокалипс, вот, когда так играют, это круто. Но когда точку не ставят, такое преимущество получив, это тоже на самом деле смотрится так себе. Так, минки стреляют, почему это так все смотрится? ГГ наконец-то труп пишет, понимает. Потому что, ну, вот, такие игры, если преимущество не такое гигантское может быть, если так будет апокалипс действовать, он может и отдать его на самом деле.
почему сам, почему легендарный прям кореец Тру. Хороший кореец Тру. Ну что, апокалипс 1-0. Так, секундочку. Так, привет всем, ребят. Ну что, прилетает апокалипс, опять начинает харасить реперочком. Неплохо так харасит, лингов прям разрывает. Одного пока, правда, взорвало, остальные все живые. Гранатка на рампу, вырывается на рампу, постреливает по лингам, никого не убивает, врывается в дрон. Кстати, дроны ничем не прикрыты, гранатка в дронах. Тру тут спорку ставит. Ничего не убил в итоге больше апокалипс. Но самое главное, что Рипер тоже живет, и он может улететь еще вниз. А вот и дрончика еще одного подрезал. Плюс 5 дронов заказано еще. Так, вторая депо, все, здесь проход закрыт, золото у апокалипса добывается, но у Тру в этот раз ситуация значительно лучше, по рабам он не погорел вначале на гелионах так дико, по рабам 38-32, треть хата строится, золото вовсю добывается, эволюшны пошли, сейчас гриды пойдут, здесь у нас банша, причем Тру залетел, спалил эту баншу, и естественно он будет готов гораздо лучше к ней. Банша летит вперед. Здесь уже спорочки, да, заказаны. В этот раз утру все в порядке.
Привет, СК2 ТВ, разведчик. Сейчас ты там или вчера это писал, не понимаю даже. Так, ну что тут, золото, харась большой. И чё, куда полетел, зачем? А, ну на вторую, ну здесь порка есть, так, инвиз пошел, но здесь порка королевам вижен дает, все, здесь ничего не поделаешь особо. Здесь порка достроится, мог бы на третьей базе, кстати, спорку убивать бы, на самом деле, как мне кажется, покалят здесь, но не стал убивать. Здесь спорочка перекапывает, странная позиция у спорки, просто взял вот так вот сюда, облетела, она ничего не прикрывает абсолютно. Ну, 1-1, у апокалипсиса чуть позже 1-1. Так, слайдер 4 шестерки. Оно стоит по-разному везде, я тебе говорю. Я здесь у себя покупал в обычном магазине, да, с двадцатку его просто. На производителе она стоит в Уфе там 13 рэ, по-моему. Ну а так там говорили, что 15-16 стоит в некоторых местах, как бы. Вот. Ну, с доставкой. Это самурай просто ищет. Здесь ТЦ-шечка перелетает, и просто, ну, овер налил крипа, причем такое количество сейчас не сесть будет в итоге. Марики быстро достаточно его собьют, и второе тоже овера собьют, это очевидный момент абсолютно. Здесь танк плюс банши стоит, прикрывает ТЦ-шку. Ну, линги забегают, кстати, линги сейчас харасить собираются, да? Да, забегают, здесь газ у нас есть, здесь... Нужно как-то прикрывать, не прикрывая это апокалипсис с продакшн газа своего. Ну, прилетает в итоге, банши отгоняет. Так, тайминг кармали замечательный. 2-2, может сразу апокалипсис вообще заказать. И нужно это делать как можно быстрее, потому что Марик и продакшн большой. И газ уже... Газ присутствует у апокалипса, нужно срочно заказывать ему 2-2 грейды. На третьей базе газ при этом всем добывается. Вторую атаку заказывает, армор второй пока не заказан. Щиты не мешало бы сказать, здесь 2 газа уже добывают на третьей базе. Хрена себе минки жахнули сейчас просто конкретно. Так, марики танк прикрывают, танчик прикрыли, нужно вычинить, вычинивать. Ну вот грейды втыкает апокалипс с грейдами, нужно бы с грейдов-то побольше закачать, еще плюс бараки пошли. Но зато продакшн увеличивается очень серьезно, щиты заказаны, второй армор пока не заказан на пехотку. Не заказано ничего в арсенале, в арморе не заказано ничего, то есть там либо на технику наземную, либо там уже на банши каких-то либераторов надо делать грейды. Ну апокалипс такой стиль... Какой-то ходсовский более, что ли, я не знаю, без либераторов ранних, банши какие-то в начале. Стимпачцы марики бегут к четвертой базе. Здесь беллингов, кстати, нету. Беллинги просто отсутствуют. В это время забегание идет на третью базу. Опять минки жахнули очень серьезно. Либераторы почему-то ничего не прикрывают. Тоже абсолютно. Мариками апокалип стоит, втыкает. Тут сразу бы пошел мариками, и нормально бы все было. В итоге тру легко отбивается здесь. Врывается на вторую, третья база. Уничтожена фактически тирановская. И по лимиту разница уже 40. Естественно, это очень плохая ситуация для тера. Как минки просто? Что эти минки две вытворяют? Что вы вытворяете, минки? Зачем вы? 26, 32, 26, 32 просто. 58, ребята, 58. Минус. Даже если это линги, а это линги и были, то это, может, там пару беллингов каких-нибудь затесалось когда-нибудь. Да даже линги, 56 лингов, 58 лингов, я извиняюсь, это с перебором. Так, выход. Эти минки возвращают жизни просто апокалипс. У него лимит хоть более-менее конкурентный становится с зергом. Но у зерга уже ультралы сейчас пойдут. Правда, газ почему-то тру не добывает. У него только мейн и вторая вообще по газу добывается. Ни на третий, ни на четвертый газ не добывают. Это какой-то бред.
Сейчас газ кончится, и все, там линги, беллинги заказаны, банши сваливают отсюда. Так, беллинги врываются. Минки все-таки развел в итоге. Под либератора. Беллинги врываются. Не контроль. Это пока вот сейчас законтролил, кстати. Ну, нормально, тут ничего почти. Лап ничего. Мог бы значительно больше зерг взорвать. Более-менее апокалипс адекватно отбился. В это время уничтожил четвертую базу дропом. Я вообще это пропустил, пока банши летали. Я прошу прощения. Ну и по лимиту оживает здесь. Единственное, чем ультралов будет убивать он, вот это вопрос пока открытый. Абсолютно непонятно, чем ультралов будет апокалипс убивать. Банши полетает на четвертую. Нужно харасить базу. Хату можно пытаться отменить. Ну, королевы где-то рядом, да, вот они выходят сейчас. Ну, хат хп-то, кстати, мало. Сбивает апокалипс отменить, смотрите. Отменяет заново тру заказ. Ну, молодец, это очень грамотно было сделано с его стороны. Как сейчас рисковал апокалипс. Последними залпами мародера добивает пятую базу. Улетает домой сейчас. Тру ничего с этим не сможет делать. Апокалипс камбэчит здесь. Но у него только био. 3-2, правда, грейды на био. А вот это уже интересно. Гасты тоже био, но это... Только био мои вот эти возгласы, они к гастам никак не относились, потому что гасты это то био, которое против ультралов нужно и которое решает. Но нужно что-то позиционное, то есть либо либераторы, либо торы, которые будут прикрывать. Потому что если гасты будут только с мариками-мародерами, марики-мародеры, они как бы от ультралов, линга-беллингов постоянно должны быть в движении. То есть ими катить, либо стимпачиться, куда-то забегать, загружаться, мендивайки улетать, либо назад отступать. А гастами при таком раскладе неудобно контролить. Удобно, как кто-нибудь жирный типа Тора танкует, либо какие-нибудь либераторы висят, и зерк сам думает, лезть туда или нет. Естественно, не лезет. Нифига ли... Вот пару раз чирнули клешнями ультралы, и минус просто пол армии здесь обрезалось с тирановской. Ченджингов сам... Ченджингов, мягко говоря, не самое важное, не самая важная здесь цель была. Лево 1991. Я ставки не делаю сам нигде. Вот. Но я сотрудничаю с Кипбетом. Кнопочка в описании канала черная. Через нее регистрируйся, там будешь делать ставки. Сайт не только этот есть, здесь еще сайты там. Вот. Но от сотрудничества с Кипбетом мне польза, по крайней мере, и турнирам польза есть. Так как они хоть призовые выделяют иногда. Так, здесь забегание лингов идет, кажется, на адреналин я уже забегаю здесь. Так, либератор плюс банши, тут бомбят очень не слабо, но линги слишком грейжены и линги неплохо, тут все выжирают. ЦЦ-шку нужно новую занять, либератор устал уже стрелять по лингам. Спасибо, ребят, за подсказки. Королевы от тру вперед пошли. Королевы, ультралы, линги, беллинги, все двигается вперед. 195 тру, 156 апокалипса. И один гост не сдержит такую армаду. Минус гост. Здесь либератор бомбит и бомбит, что называется. Ну, бомбит он лингов. В это время тиран идет в размен. Снайпер шотит. Вот, тут как бы в чем гасты ходят, снайпер шотит, но... Био маловато, мягко говоря. Было бы дома побольше. Кстати, воздуха апокалипс практически отсутствует. Точнее, у зерга воздух, антивоздух практически отсутствует. Если было бы на основном направлении сейчас движение лингов, ультралов, штук 6 либераторов, они все в мясо разложили бы там на самом деле. Ждем хост. Thank you.
Так, выложилась запись ФП пожар плюс Бобролига отбора. Там вместе с ФП все записалось. Без паузы очень долгий стрим. Смотрите, кто не смотрел. Ну что, 1-1. Решающая игра, ребят. Капа нет ставок на кибете. Улучшение завершено. Так, ребят, все, я здесь. Реперочек вперед летит. Марик заказан. Сейчас факта пойдет. Да, вошла факта. Кстати. Так, да, есть лайфинг сегодня, но лайфинг я не буду стримить сейчас, сегодня точно, потому что дела, вот, будут у меня позже, даже ФП, наверное, сегодня не успею покатать, хотя посмотрим, как, во сколько кончится дуюка, он обычно часов 5 кончается примерно, может даже позже иногда может кончаться. Завтра очень долгий день, завтра приходите и посмотрите, что здесь идет. А здесь идет то, что Хэппи завещал, то, что Хэппи любит. Но, это все, конечно, очень интересно, но Hellbat Push 2 гиллионами, это как-то не сильно Hellbat Push прямо. Трансформируются Hellbat, и марики подстраиваются. Нужно брать КСМки, нужно идти всем вперед. КСМки плюс марики плюс... Плюс колбаты бьются здесь. Нужно отвести медивак, что и делают. Сейчас апокалипс. Королева падает первая, вторая падает уже от сплэша сейчас. Марики все прогоняют. 46-49 по лимиту.
Так, здесь ошибочных два Беллингнеста пошло. По-моему, Гидра тут... Ой, не Гидра, Тру перенервничал, два Беллингнеста запилил. Там уже Хелбат Пуш идет вовсю, с двумя медиваками, между прочим. 6 гиллиончиков рывается, еще плюс 2, 8. 8 мариков летят Либератор, короче... 8 мариков, 8 геликов. Хелбатпуш такой не слабый у нас тут планируется. Медиваки все вычинивают, вылечивают. Ну, Хелбатов-то долечил бы уж до конца бы. Апокалипс не долечил до конца. Королев очень много. Сверху есть Бейны. Заходит Апокалипс. Сплетануться нужно против Бейна. Сплетанулся очень даже неплохо, по-моему. Ну, что-то Королев с перебором здесь, не? Да, Королев просто нереально как-то много. Куда их вообще? Откуда их взялось-то? 6 там королев. Ну потому что дроп игра, вот это вот стиль вот дропы. Поэтому столько королев есть у Тру. Вот. Ну а Апокалипс держится, у Апокалипса стимпакшил, у Апокалипса все хорошо. Так, третья сэшка уже пошла прямо, ну, наглеет, я бы даже сказал, немножечко Апокалипс. Инженерочки, грейды, два реактора, здесь пытается дропаться, но здесь у Зерга третьей базы даже нет. Зерг собирается играть в передропы в дальнейшем, то есть он все будет улынить до конца здесь, Тру. Апокалипс в это время дропается к самому Тру. Так, марики Хелбат сверху там сидят, загружаются, разгружаются. Дома просто ни медиваков, ничего нету. То есть просто сейчас прогорает Апокалипс на ровном месте, вместо того, чтобы полететь домой и отбиться спокойно. Он пропускает большой очень дроп. Так, не повезло немножечко, мимки не в одного овера стрельнули, а могли ведь сбить, если бы в одного стрельнули. Стрельнули в разных, в итоге ни один овер не погиб. Дропщик залетел, и чего. Стимпак не доделывается в итоге. Хелбат, правда, неплохо здесь прессует. Хватит ли юнитов здесь, не знаю. КСМ-ки отдались, Хелбаты отступают вниз. Марики на муве ходят. Все на муве, приведи что-нибудь наверх-то, Апокалипс. Отбей вверх. Наконец-то выводит наверх. Еще минки делают залп. По лимиту дико жестко прям не просел. Врыв в лоб идет здесь минка, которая с начала прям игры там стреляет и стреляет. И все-таки хелбаты марики отбивают врыв, тем более там еще, там уже мародеры появляются. Саплай блок красный, лимит у Зерга 67-52, причем там очень сильно он в лимит в этот красный засел. Саплай блок еще долго будет. Так, здесь пытается королева улететь, насколько я вижу. Пытается улететь, да нормально им не улететь, еще и либератор прилетает сюда. Минус овер, минус королева. Вообще Зерг в каменном веке. 40 лимита на 60 есть на 40 оверов. Причем этого лимит, который есть, это меньше, чем лимит тирана. Так, раскладывается либератор. Беллинги врываются. Либератор Беллинга одного только успел минуснуть. Но юнитов био достаточно. Беллинги слишком много рабочих не убьют точно. Можно было бы, конечно, под них мариков не подставлять. Но не хватает немножко контролю Апокалипсу. Но, тем не менее, по лимиту он в гигантском плюсе сейчас. И это победа для него. У Зерга нету даже лейера. Так, камни падают. Отлично. Завалил тиран. Сейчас можно подропаться, полететь, доскопиться немножечко. Армори есть, грейды 1-1 есть. Нужно подкопить бы газа немножечко Апокалипсу. Да, грейды запилить бы уже 2-2. 4 газа добывают. То есть, в принципе, прирост по газу достаточно большой. И полетел дропщик, видимо, к третьей базе. Причем у нейрнж Ксилнага здесь. Ксилнаги здесь нет юнитов зерга, в принципе. То есть... Линка делает залп, минус 4 линга, приятного мало. Нет, не только за апрель, это 19-й кап. Примерно в неделю 3 проходит, по-моему, таких турниров двух капов, насколько я могу оценить. Это за март, за апрель уже 19 турниров провели. Очень китайцы, конечно, стартовали просто нереально. Сейчас хотят свою сцену поднять очень сильно они.
Do You Cup, вот, ежедневные, где корейцы играют, практически ежедневные, там по 3, по 2-3 турнира в неделю. Призовые, как в принципе сопоставимы там, ну, чуть побольше на группу СК, например, который один в Европе в выходные проходит. Сейчас ни Зотоков, ничего. В Европе, кстати, вот еженедельных не хватает турниров сейчас очень сильно. Вот, но много других всяких по инвайтам турниров. Лайфен капы, кунг-фу капы, блин, просто у китайцев капов там сейчас миллиарды. Хорошо, что зовут стримить. Овер минус 90-67 по лимиту. Привет, Александр Ти. Тру, самый сильный корейский жек, что... Откуда вы это берете вообще? Конечно же, Тру далеко сейчас не самый сильный зерк, он даже в Европе-то и много европейских зергов сильнее, чем Тру есть, не говоря уже о корейских. Тру сейчас очень сильно сдал за последнее время почему-то. Ну, в команде не в корейской. А Апокалипс наоборот прибавил в последнее время. Постоянно раньше, когда я еще играл с ним, играл, это вообще изи карта была всегда. То есть, ну, а сейчас он турниры берет, там группу СК всякие, хорошо выступает. Поднатренился корейчик. Еще Беллингу фокусов бы сейчас было вообще замечательно бы. Тамарики загружаются, разгружаются, убегают, прибегают. ГГ, это еще труп не втянул, он этот дроп. Ну что, нужно обновить сетку, наверняка там уже много всяких подвижек. Да, так и есть. Армани против Элайва, кстати, бьется. Вот это уже очень даже интересно. Где наш Элайв, дружок? Клауди что-то ждет. Это нормально, наверное, Армани Элайв, он и ждет сейчас игру. Нет, это Patience Riant игра. Еще лучше. Ну, не то, что лучше, но хорошая игра. Patience Riant, ТВП. Другой матчап, ТВЗ мы только что посмотрели, а теперь ТВП давайте оценим, ребят. Ну что, Patience Сок против Рианга. Давно Patience не наблюдали. И, ну, хороший турнир. Вот. Чем не стримить их днем? Корейчики играют из игры, демки для наших игроков. Да и, в принципе, интересные матчи. Все замечательно. Так, кто тут, что тут разговаривает? Привет, Севен Иксигон. Улучшение завершено.
Напоминаю вам, что завтра такой плотненький день будет. Боборолига плюс отборочные на Home Story Cup. Это будет Евро Старкрафт. Много-много наших очень будет игроков играть. Поэтому приходите в 13:00 начало. Будет очень интересно. Причем начнется вроде как с пары хэппи завтра сюда же. На Боборолиге. Пристройка завершена. Хэппи против Димаги будет биться. Я даже, может быть, ФП покатаю заранее. Ну что, тут газ пышен запилил Янгу, но Рьянг, естественно, на второй ЦЦшке газ запилил, стандартный абсолютно расклад. Не через риперов опенинг. Пышенс видит, что оппонент играет пассивно, и посмотрите, как играет. Через один гейт ставит третий Нексус, Твайлайт, халява просто дичайшая. Есть два барака, видел этот Пышенс? Нет, второй барак он не видел. Адептом приходит. Поднимается на ТГ. Посылает Пэйшенс, иллюзию отменяет, а уходит назад, собственно, адептиком. Так, робо плюс 2 гейта, при этом всем... А, и скорость таки адепт, то есть это еще и адепт Харас будет от Пэйшенса, я так понимаю. Причем из двух направлений будет адепт Харас, возможно... А, нет. Ну, Даркшайна пока нет, плюс еще 2 гейта, то есть Пэйшенс решил и убить оппонента, еще и дома развиться, что ли, да? Смотрите, по 3 пробки строятся, 3 некса уже добываются, но рабочих надо побольше заказывать бы. Рабочих Пэйшенс заказывает, единственное, что... Точка сбора в один минерал, ну вот это я никогда не приветствовал. Ну вот с этих двух, ладно, в этот поставил, с третьего поставь сюда, чтобы они разъезжали сразу побыстрее. Так, здесь гейт. А, это вообще адепт убийства. Офигенно. Ну, без плюс один, правда, как-то нагловато, по-моему, это все без плюс один делается. Гейты открываются, нужен варп адептиков сейчас срочно. Призма полетел, почему варп-то нету? Так, на второй базе еще 2 гейта. В итоге гейтов будет около 7 штук, по-моему. Только здесь 7-8 штук будет гейтов. Да, 8 гейтов и адепт врыв. Офигеть, блин. 3 Нексуса плюс адепт врыв с 8 гейтов от Patience. Ну как-то Patience понял, что, судя по всему, здесь без минок будет опенинг, без танков, без всего. И в итоге, посмотрите, на халяву адепты сейчас зайдут. На рампе просто никого нету. Че сидеть-то? Надо идти вперед да убивать. Здесь Мазер Кор летает, пилончики здесь есть, смотрите, но на вторую хочет прорваться сейчас, я так, насколько я вижу, у нас тиран. Здесь Минка Тримарика есть. Будет ли на рампу урыв? Да, на вторую прорывать. Мазер Кор еле-еле оверчаш выставляет. Мазер Кор отдан сразу же. Так, Пейшенс что-то тут в лоб начинает биться. Какой еще первомай? Завтра, начало в 13:00. Так, адепты заходят на ХГ. Нужно уже заводить призму сюда, обязательно. В это время... А, ну тут адептов дома на варте очень много, насколько я вижу. Пейшенс. Адепт телепортируется. Тут был бы плюс один адепт, и можно было бы даже не париться, убивать в лоб тиранов, на самом деле. Но адептов нет, плюс один. Депошка очень вовремя закрывается сейчас. В итоге что-то Пейшенс купит. Мариков не разваливает, ничего не развалит. Здесь адепты остались, как-то его как за нос просто, в общем-то, поводили, и все. Вместо того, чтобы убить в лоб в хлам, он его не получилось даже, ну, тут прохарасить-то жестко как-то. И на минку прям залетает. По призме бабах серьезный пошел. Призму сейчас можно отфокусить, поэтому Пейшенс нужно быть аккуратнее, но он аккуратен, улетает.
Все, не пробить больше. При этом все мне блинк, ничего не делается. То есть я не понимаю, как Patience так. То есть у Лынова в адептов играет, но не готовит переход. Так, ну второй на мейне, точнее, адепты начинают бомбить, иллюзии ход вперед летят. Нужно отменять иллюзии, забирать адептов. Patience призму увел от либератора, в итоге и призму потеряет, и адептов не забрал. Но второй пытается подхарасить, ну без плюс один, я говорю, без плюс один этот харас малоэффективен. Patience вообще такой сумбур сейчас сделал, смотрите, натерял юнитов миллиард, просто миллиард. В итоге по потерям он почти на тысячу. Без 25 минералов в минусе. Полимит у Рианга боевого больше, чем у него. У Рианга шанс вообще в этой игре появляется, учитывая, что у него 1-1 грейды еще сейчас будут. То есть, ну, вообще бред полный Patience надел. Сейчас Рианг пойдет вперед, на клике его может не пробрить, если так дэмэдж хороший нанести. Заходит адептики. Patience начинает наваливать. Ну тут со скоростью атаки, конечно, жестко они наваливают просто. Мариков прям внутрь врываются. Марики, конечно же, уничтожены все. Мародеры тоже будут уничтожены. Правда, разных адептов бьют, это ошибка. Но все равно хватает адептов здесь абсолютно точно. Из-под либераторов уходит. Но либераторы жестко бомбят прямо. Погоня, погоня, погоня за адептами прям, как в американском боевике, там просто сзади раскладываются, ты бежишь от самолета, убежал от ракеты, убежал вообще король, американский ниндзак, мокряк. Четвертый Нексус у Patience, кажется, все-таки Patience затащит, две фаржи заработала, 75-39, по рабам что-то печально все у Рианга. Не может раскачать третью нормально. Зато выход планирует сделать. Ну, по лимиту пока, кстати, не провалы по грейдам, тем более. Так, либератор разбивает, по-моему, сейчас. Patience Рянгу или медивак. Медивак сбил, да, либераторов. Четное число. Не были они сбиты. Нужно выйти по четвертую как-то куда-то. Рянгу нужно выйти в конце-то концов. Где-то либераторов разложить и принять бой нормально. Пошло ЕМП от гастов. ЕМП, в принципе, неплохое, но этого не... Либераторы ужасно долго раскладываются сейчас. Сначала два разложились, сразу же отдались. Вторые два вообще летали на муви у Рьянга. Разложил только позже. Это ГГ, это 1-0 в пользу Patience. Ну что, ждем следующую игру. Так, GSC уже ждет победителя, кстати говоря, это PvP будет, если победит Patience. Как хост не создан, я так понимаю. Или это уже вторая игра была? Не уверен я, ребята. Какая это игра была? Один-один написано. В интер написано было. Это третья, возможно, уже даже была игра.
Ну что, ждем то следующую игру. Не знаю, кто куда будет врываться. Вот, давайте посмотрим. Сеточку. Да, Patience прошел дальше. Patience GEC Armani против Alive, кстати, бьется. Апокалипс что-то там ждет, но Апокалипс с Найсом каким-то играет, я думаю, что он ему особо не оппонент. Да я все собираюсь супер пак реплеев выложить, да никак чуть пока не выложил. Надо все-таки заморочиться да выложить. Но я не буду сортировать их, правда, они там со всеми будут короткими битами. Так, закончил уже лайф с Армани. Здесь у нас в верхней сетке Гидра ждет оппонента. Ну, Patience же и Ши, я ПВПнчик посмотрел бы, почему нет. Они уже начали. Они уже... И Клауди в игре. Вот того и псы, блин. Ну, позвали б меня хоть, ё-моё. Ну, ладно, я сам виноват. Я же не говорю, в какую игру пойду. Вот, если бы написал бы, то позвали бы. Это мой косяк, ребята. Простите меня. Извините. А кто не стримит помимо меня? Хрен там был. Никто не стримит помимо меня. А где у китайцев стрим? Не знаю, где у китайцев стрим. Надо что-то либо искать другое, либо ждать уже следующей игры. Сетка не обновляется. А, вот можно, кстати, сетку поставить другую. Ну, здесь тоже ничего нового не увидите, на самом деле. Сейчас приду, ребят.
Так, все, возвращаюсь к вам. Так, опять зависает что-то. Опс. Так, ну будем надеяться, что... Не слишком долго у них игра будет идти. Так, Чик против Гидры. Может, это они и начали? Чернослива скушаю, ребят. Пару штучек, что-то уже кушать охота. Блин, ну ждем чего-нибудь. Либо Чика против Гидра, либо еще что-то, если китайский стрим найдете, будет замечательно, конечно, но... Походу, не так просто его будет найти. Ну, мы ждем, пока там игра кончится. Что уж делать-то теперь? Не ворвался, печаль. Так, ребят, я здесь. Так, шестого поколения. Ну, про шестого поколения, вот, на самом деле,
Может, хоть 8-го уже разрабатываться. Но об этом ничего пока не известно. Но вот то, что прогорел я с игрой, это факт. Так как теперь смотреть абсолютно нечего. Варди Лайфен кап стримит, я дую кап стримлю. Супер, там другой турнир играет. Ну что-то здесь движение куда-то идет, но... Не проморгать бы следующий урыв бы еще, конечно. Ну, вроде как не должен проморгать.
Так, кончилась игра, кажется, все, сейчас следующую буду врываться. Не знаю, кого они там смотрят. Ну, врываться нужно. Что-то хост, правда, не создает пока Клауди. Ну, гидрощиком уже могли не первую игру играть, то есть это могла уже матч этот... А вот, пошел хост. А это Patience, это PvP. Ну, 1-0 там счет, в чью-то пользу, не знаю, в чью. Чик против гидры бьется, похоже, тоже. Так, счет спрашиваю. Так, сейчас, секунду, FP, счет сказали, отлично, Patience. 1-0, я так и подозревал. Дождище пошел конкретный какой-то. Так, что случилось-то? Мышку я задел, кажется. А мы на велосипеде хотели сегодня покататься. Чалик, что ты ходишь за вперед? На стрим хочешь, пока играет. Так, два гейта у Patience, здесь тоже два гейта. Альфага, он же Джейши, играя через двух адептов. О, и второй пилон в прокси. И это не просто пилон, это прокси-пилон Старгейт. Причем здесь тоже строится прокси-Старгейт будет, только более поздний, но через двух сталкеров это все будет делаться. Ну, сталкеры, кстати, для обороны лучше подходят, но здесь тоже сталкеры, я так понимаю, будут запилены в перспективе. Ближайший. Курабам Джейши в плюсе. У него Мазеркор отсутствует. А здесь Мазеркор есть. Так, сталкеры. Да какие? Надо адептов ловить сталкерами, конечно. Что Пэйшенс пытается сделать? Но он через оклик идет. Да надо на муви, да, атаковать. Адепты телепортируются уже к мейну. Был бы пилон на рампе, можно было бы принимать. Так, здесь два пилончика сталкера вперед выдвигается. Причем Patience строит тут рабочих, что самое интересное. Адептик пытается зайти. У него хп, кстати, много у этого адептика.
Так, мазеркор на муви летит, но мазеркор отреагировал, но две пробки будут потеряны, ну две всего. Так, здесь сталкеры заходят, начинают бомбить пилон центральный, строящийся. Сейчас оверчаш будет, выставлен оверчаш, нужно уйти сталкером обязательно, да. Сейчас уже гиты раскроются и вар пойдет. Прилетает оракул на халяву, начинает пейшенса очень жестко бомбить, нужно разворачиваться, уходить под оверчаш, оверчаш выставлен. Чаш помогает сейчас отбиться, конечно, оракул потеряет всю энергию. Здесь есть 4 сталкера, плюс 2 сейчас еще варпанется. Пейшенс заказывает там какие-то юниты. Так, 4 сталкера прямо на ХГ заходит. Мазеркор можно попытаться подрезать, но мазеркор не получится подрезать. Пилоны нужно убивать. Оракул здесь врывается на мейн. Оракул бомбит конкретно вообще сейчас Джейши. Плюс 2 сталкера до варп. Но Пейшенс тут уже демедж нанес просто дичайший. Оракул 9. Пробок убил, по рабочим пейшенс уже в плюсе здесь становится. Сталкеры все еще пытаются расконуть, да пилон надо убить. Пилон бы лучше пейшенс убил, пилон не убил. 4 пилона на рампе, смотрите, здесь саплая сколько в плюсе скопился. Прилетает феникс, плюс сталкер здесь есть. Оракул ничего даже выстрелить не успел. Второго построил сейчас Джейши, а что второй этот сделает? Так, встречается с оракулом, пейшенс видит, реагирует. Вот еще один феникс, смотрите. Оракул в итоге в минус. В расход пускает. 45-32 по лимиту. И фениксов продолжает пейшенс строить. Будет искать прокси Старгейт, наверное. Да, ищет прокси Старгейт. Найдет. Надо пилон выбить на этом прокси Старгейте. Очевидно, абсолютно. Здесь попытка выйти в блинк. Но я думаю, что здесь блинк уже не очень полезен будет. Здесь сейчас Нексус будет запилен. Можно робо запилить будет. Пейшенс спокойно абсолютно. Так, здесь пилон находит же Иши. Пилон будет уничтожен. Пробку-то можно было Пейшенсу, конечно, и увести. Старгейт не стал до конца добивать. Увидел, что сталкеры к нему выдвигаются. Видимо, поэтому сейчас тормознул. Кстати, 3 феникса плюс 5 сталкеров, а здесь что? Здесь 7 сталкеров, 4 феникса. Кстати, развалит пейшенс легко. Видит, что его больше здесь реально юнитов и идет вперед. Поднимает много сталкеров, разводит на халяву еще, ну вообще все развел, кстати, без потерь практически оппонент своего разваливает здесь. Одного феникса потерял, надо, наверное, было не отходить. Поднимает сталкер живенького. Сейчас 39-52 по лимиту. Здесь пока энергии не хватает. Ну, блинк еще не готов. И это халява вообще. Для пейшенса. Здесь у нас второй Нексус готов. Мазеркор и энергия. Много роба заказано. Надо рабочих подстраивать. Начинать, что он и делает. Так, здесь фениксы на халяву врываются. Мазеркор немножко проатаковали. Со спугу поставил верчаш. Зачем сюда-то? Сюда хоть поставил бы. Вот, поставил с испугу оверчаш у нас Джейши. Ну, здесь блинк будет готов, он придет, проулынет, получит, в общем-то, по голове. И все, ГГ напишет. Здесь будет уже скоро, во-первых, здесь будет скоро Immortal готов. Здесь много энергии, здесь гейты. Еще, кстати, 2 гейта добавляют, 4 будет гейта. Так, пейшенс пилон. И увидел бы пилон, вообще пилон бы выбил бы. Это уже ГГ было. Так, стазисная ловушечка еще была. Вся на двух сталкеров площадь. Совсем печаль какая. Здесь без иммортала даже и легкая оборона для пейшенса. Потому что блинк против фениксов, он неэффективен. Часть сталкеров поднята, все, но не блинкнуться не может, ничего сделать не может. Это потеря сталкеров сразу этой части. Фениксы отконтроливаются при этом всем, как бы все. ГГ пишет, Джейши разгром. Полный разгром. Спасибо, Беломор 19. Я, как обычно, тебя сразу не заметил. Спасибо за помощь, за подсказку. Ну что у нас здесь вообще? Сеточка-то обновилась. Пейшенс в полуфинале, а что Апокалипс у нас? А что Чик Гидра сверху? Апокалипс ждет. Ну что, Пейшенс Апокалипс-то будем смотреть, что там. Чик Гидра, непонятно, что.
Ладно, ждем. Так, ну что, по Акалипс против Пейшенса будем смотреть сейчас. Говорит он, что 2-0 выиграл, да. Уже первый полуфинал готов. Сверху ничего-то, что-то там непонятно, что происходит. Ну что, ждем Апокалипс против Пейшенса пока. Как я и говорю, Гидра непонятно, как сыграл с Щиком, там, с китайским тираном молодым. Так, а все, зарепортили, все отлично. Что-то долго Апокалипс с Пейшенсом начинают. Может, Пейшенс отсутствует, я не знаю. А вот. Только сказал. А тут уже битва начинается. Ну все, отлично. Ну что, первая игра. Поехали. С первой игры прямо здесь в игре отлично.
Сколько времени у нас? 16:00 уже, времени мало, ребят. Так, ну все, барак готов. Рипер у Апокалипса. У Пейшенса Гейт. Газ Нексус Кибернеточка. Второй газ сейчас бил. Второй пилон скоро будет заказан, соответственно. Вот сейчас он должен по билду быть заказан. Но, возможно, он будет здесь прокси, что ли, заказан. Но Рипер, если через Стилнагу полетит сразу, и пробка будет спалена. Все, то есть, вот это место для прокси так себе. Потому что к Стилнаге его видно. Лучше где-то делать прокси, ну, где к Стилнага не палит. Ну, вот эти все места уже, вот эти, они проверяются зачастую тираном. Ну, Апокалипс не собирается на Ксилнагу запрыгивать, собственно, он летит. А тут вообще можно Риперу запрыгнуть? По-моему, тут высокий подъем, может, здесь и нельзя даже запрыгнуть, я не уверен. Так, минус Рипер. Экстра трейсил. Не обязательно китайские игроки должны прям у корейцев выигрывать, начать регулярно. Просто китайские игроки подтянутся на уровень хотя бы европейцев и всех. Сейчас они явно слабее. Почему? Да потому что корейцам ВСС-то сейчас как бы вне Кореи проводится, да, то есть евро плюс другие игроки, вот корейцы там отсутствуют. А китайцев есть шанс туда врываться, как бы им-то можно. А призовые-то там крутые реально. Так, здесь у нас пилоны, Мазеркор подлетает. Адепт телепортируется назад. Тут если бы ЦЦшка не достроилась, это бы еще было бы минус рабочие сразу бы. Пилон на хайграунде один, кстати, впилен. Вот это уже интересный очень пилон. Хайграундный такой. Ну, сейчас надо оверчаж сразу запиливать. Пытается адепт. Понимаете, люди-то где? А что такое делают, не понимаю сейчас. Реактор бы забомбил, наверное, бы лучше. Неплохой вырыв от Пейшенса. Адепс приходит. Ну, пилоны были уже потеряны, но Мазеркор здесь нормально набомбил, налетал рабочих, я смотрю. Марики минусуют, там, смотрю, пилон. Здесь нужно вылететь. Два марика приходит Мазеркор забирать. Не так-то просто двумя мариками Мазеркор забрать. Адепт залез на вторую, нужно улетать им отсюда, что Пейшенс и делает. Мазеркором улетел, 6 убийств у Мазеркора. У адептов там тоже. Еще минус Марика сделал Пейшенс. Ну что, 3 КСМ, Рипер, 5 Мариков. Так, это все отменяем. А здесь, вон, 2 пробки адепт потеряли. Ну, плюс пилоны, правда. По ресурсам Протс почти столько же потерял. То есть, это получается здесь 125 и 100, 225. Ну, 3 пилона было потеряно на 300. Да, все 3 здесь, которые были. Адептик в наглую такой пришел. Привет, говорит. И 2 КСМ-очки минус. Ну, сейчас Пейшенс с адептом. Еще и Марика минус. Да что ж такое-то? Молодец, Пейшенс. А Пейшенс доконтроливает, Апокалипс, соответственно, нет. Здесь робо... Вот очень не люблю, когда игроки выходят Даркшайн, а здесь ни одного пилона нигде нету. То есть сейчас бы был бы пилон, просто заходим дарками вот сюда к рампе. Даже двумя здесь сканов не было, можно было бы депошку бомбить. Можно было бы одним хотя бы зайти. Одним депошку режешь, одним, например, где-то мариков здесь пытаешься разводить сбоку. И все. Не то чтобы ГГ, но ситуация так себе была бы. Да даже с мейна они придут так, что там один скан только будет на тот момент. А если двумя дарками мариков, например, пилить начать? Вообще неплохой вариант. Так, дарк проходит на мейн. Апокалипс вообще не палит.
Марик начинает бомбить дарков. Скан пошел с минус скан. Из рейнджа туретки выходит. Выйди из рейнджа туретки. Вышел из рейнджа туретки. Вот. На мэне набомбил несколько СМ. Все, сканов больше нету. Заходим на рампу и начинаем депошки здесь бомбить. Просто на рампе и все. Было бы два дарка, депошки убил бы. Вот скан, скан еще один пошел. Ну представьте, сколько сканов, сколько напрягов вообще. И представьте экономику пейшенса с третьим некстом 57-32 по рабам. Это как, я не знаю, я со слабенькими тиранами вчера играл. Тот же эффект, но этот-то на турнире против апокалипса. Тирана, который гуфовые скани неоднократно уже, по-моему, брал. Ну, один раз я точно видел. Ну, неплохого достаточно корейского тирана. Правда, живет он вне Кореи. Здесь Марик на второй... Ой, Дарк на вторую заходит. Марик тут наглеет, высовывается на стиме. Обнаркоманился, не боится даже ниндзаков. Ну все, ну... Страх потерял. За это и поплатился. Страх-то потерял. Да не помогло ему это. Бдительность зато потерял. А бдительность всегда нужна. Так. Здесь 3 сталкера, 3 адепта. Кстати, приходит апокалипс. На халяву пейшенса здесь напрягает. Но тремя сталкерами и адептом пейшенс мышку отковыривается здесь, насколько я вижу. Давай, еще адептиков трех. И все, здесь марики на нескольких хп. Они уже не жильцы. Они вообще отсюда не уйдут. Надо подблинкнуться, что и делает пейшенс. Забирает мариков. 2 осталось. Но это минус 2 еще. 85-63. Очевидный провал для тирана. У Протоса уже 6 гитов. Протос может выходить, добивать уже. Причем призма летает. Причем призма с дарками здесь летает. Это печаль. Все, надо добить, выйти уже. Так, здесь дарк сидит рядом в призме с медиваками, с этими. Отблинкивают сталкера. Да вот надо высадить дарка. Сталкеры там с мейна приходят. Да варп еще пошел. Сталкеров. Ну и все. Нужно ли гнаться за вообще вот этими юнитами? Ну, Пейшенс решил, что нужно гнаться. В это время дарк ходит тут под фугасами. Еле-еле пытается выйти из рейнджа туретки. Из рейнджа туретки не вышло. Один медивак сбил, не смог он домой улететь. Не домой улететь, а к Протсу не смог улететь этот медивак. Здесь призма живая висит, стоит 109, 76, 111. Все, Пейшенс решил, что пора точку ставить здесь. Обсервера зато Пейшенс убивает. Хочет сталкером минку развести на залп. Адептов подвел. Аккуратненько. Пейшенсок, аккуратней. Пейшенсок, дружок. Адепты полетели, но сталкерами блинкаемся. Адепты здесь на хайграунде. Все, сталкеры заходят. Давар, еще адептов. О, минка делает залп по сталкерам, но тут слишком с перебором юнитов. В это время врыв на вторую идет. Тут, правда, 3 мародера и 1 марик. Этого явно недостаточно, чтобы победить. Так, сталкеров тут выбивать пытается Пейшенс. Пейшенсу апокалипс не выбить. Адепт вход телепортнул. Зачем сюда телепортнул? Лучше бы в лоб, по-моему, дрался. Здесь на халяву что-то наразваливал тиран рабочих, но это его не спасает, судя по всему. Вы смотрите на лимиты 85-62. С мейна перевел поиск с рабочих вниз. Здесь передроп минок вниз идет. В это время готовят Пейшенс. Врыв в лоб и Мортку первый подходит. Говорит, пацаны, я пришел, погнали их. Им развалим всем щи. А пацаны как будто стояли, лидера ждали, не решались. Что же делать, думали. Там бункер есть, все дела. Не зайти никак. И Мортл пришел, сказал, что мы можем. Ну и пошел Пейшенс добивать. 118-58. Нет, вот это точно последняя атака идет. Билды ставятся, вроде как новые СНТ по мешку падают, но это ГГ.
Заходим в игру. Отлично. Ну что, 1-0 Patience и Сумеречные башни. Следующая карта, погнали. Так, ну что, кибернеточка строится, второй Нексус строится, гейт, газ, Нексус, кибернетка, билд от Пейшенса, соответственно, был сейчас только что сделан. Начинает добываться газ, еще одна пробочка в газ, и полностью он будет добываться. Здесь вот косяк, одна пробка здесь три, как говорил я уже, такими моментами желательно бы следить. Рипер летит вперед, разминулся с пробкой, кстати говоря, на халяву пробочка приезжает сюда вообще. Здесь у нас реактор факта строится. Мазеркор сейчас будет готов рипер прилетать, сейчас может он долетаться, соответственно. Ну, Пейшенс был хладнокровен, не выставил оверчаж. Про Лайфен Кап я все сказал, там не из игры, и сегодня очень много корейцев на Дую Капе. Тут круче состав гораздо, плюс я из игры стримлю, зачем нам, зачем мне этот Life and Cup. Единственный плюс в Life and Cup, что там ставки как бы есть, да, то есть кто делает ставки, тому поинтереснее смотреть было бы, но ставки в данном случае второстепенные, потому что здесь состав участников посерьезнее. Так, Дмитрий Александрович, 500 рублей на Сберпиво, это Димган, это ты или кто это? Вчера мне тоже Дмитрий переводил, Александрович, еще какой-то Дмитрий не переводил. 500, спасибо за поддержку, ребят, всем, кто поддерживает, очень приятно. Вот, приходите обязательно завтра, завтра будет великолепный день, это вам не рестрим. Да, ну, понятно, что корейские турниры, они всегда великолепные по левелу, но завтра будет Евро-турниры, завтра будет наша Бобролига, точнее даже наша Бобролига завтра в 13.00 стартует. Хэппи Димага, причем, как я понимаю, первую самую пару в 13.00 завтра будет играть. Вот. Мазеркор прилетел, телепорт домой. Увидел Пейшн здесь циклонов, все увидел, что нужно ему. ЦЦшку тоже видит. Прекрасно адептами не врываться только. Не врывается адептами. Это ошибка, это минус адепта в итоге.
Ну, не могут адепты циклонов адекватно развалить. Уходит на хайграунд. Не полетел вперед. Апокалипс правильно сделал. Вычинен циклон. Прямо около минералов приехал. Вычинили его и поедет дальше харасить. Есть сышечка достраивается. Вот, а вечером завтра после Бобролиги, Бобролига есть на главной странице, вы можете посмотреть там все, всю информацию, состав участников там и так далее. Вот, на главной есть. И, секундочку, ребят. Да, Димган, это ты, я так понимаю. Все, теперь понял. Вчера Дмитрий Владимирович был. Спасибо за поддержку. Спасибо. Тебе приходит маленький за минеральную линию. И что он спалит? Ой, какое он здание сейчас не спалил. Буквально за пару см от этого здания находился Марик. Смотрите, что Пейшенс-то учудить решил. Кажется, Пейшенс решил, что пора сыграть в армаду, порадовать глаз наш. Фениксы прилетают, и ЦЭшки здесь не здоровятся сразу же. Циклончик выходит, циклончику поднять. Нет, циклончика не поднять. На второй урыв идет. Туретка вообще не минеральная линия. Там туретки нету, кстати, прямо минералов. Кажется, Пейшенс это понял и начинает хищнически просто громить всех рабочих здесь сзади. Плюс торги. Три старгейта будет. Фениксов, ну, очень много. 66-43 по рабам. Темписты пошли. Это что, мастемписты, что ли? Ну, темписты переход в карьеров в стиле соса, как я понимаю, это будет. Такое примерно действо. Поначалу темписты нужно, чтобы адроп подбивать. Почему? Потому что карьеры долговато все-таки строятся очень. Темписты в этом плане повыгоднее. В итоге что мы имеем? 10 фениксов, тут 23 марика, 5 мародеров. Может быть опасный, кстати, выход. Без фотонок-то Patience опасно действует вот такими билдами. Еще плюс 2 гейта добавляются, но... Старгейты-то не работают, Пейшенс. В чем дело? Саплай блок у Пейшенса. 5 пилонов строится. Все, саплай блок прошел. Еще пилоны заказаны. Пилонов просто миллиарды строятся тут. Опасно под Мариков лететь, убивать циклона. Можно сразу несколько фениксов потерять. Пейшенс понимает, не летит. Вторая воздушная атака. И да, темписты по 3 штуки строят. Привет, Ван Каос. Привет всем, кто недавно подошел. Вот, помните, что сегодня день такой расслабушный. Сегодня так, даю капчик на закусочку. Ну, хорошие игры. Китайские, корейские, с азиатского сервера. Стрим из игры. Ну, сегодня стрим будет недолгий. Вот, А вот завтра и послезавтра будут два турнира в день проходить, причем очень долгие, с нашими игроками везде присутствующие присутствовать будут. Это будет Бобролига и отборочные на Home Story Cup. Это тоже будет очень интересно, там наверняка много наших будет отбираться, потому что там на отборочных оплаченные коды, там топовые на Home Story, насколько я помню. Есть и неоплачиваемые там вроде как. Что падают Нексус, падают пилоны. Есть темписты, здесь уверчажи врубаются. Хотя не адептов много, так просто и не наломишься. Ну, карреры пошли, как я и предполагал, темписты карреры в стиле соса. Фениксы летают, поймать их, ну, очень непросто, даже мариками под симпаком. Кстати, 3.15 плюс 1.57, ни хрена не летают, это сколько? 4,
Так, 67, 4, 72 просто скорость у мариков по стимулу. Фениксы 5.95, конечно, они быстрее значительно, но это примерно как Либератор летает, марики по стимам бегают. А Либератор чуть помедленнее Муталиска летает. И ровно столько, сколько Циклон ездит, кстати, 4.72 получается. Хорошие наркотики в будущем, я подумал. Бегаешь, как машины ездят. Это ж прям жойстик какой-то, еще и лечит тебя сразу же полностью от этого всего дела. Отменяется Нексус. Карера Адепта. Темпест. Фениксы прилетают, что-то апокалипса много, ребятки. Апокалипс пришел и Пейшенса унизил. А почему так получилось? Это просто вообще, что это было? Пейшенс апокалипса унижать армады решил просто наказывать. Апокалипс концентрировался и убил, пока я тут всякую смехотворную пытался задвигать байки и тему такую. Да потому что нечего 5 бас ставить. Сиди ты на 3, скопи. Вот было бы там 6 карьеров, все, уже бы не пробил. То есть еще один прирост из 3 старогейтов. Вот они вылетели уже, но бой кончился к этому моменту. Были бы они прям в бою, я уверен, что ситуация была бы совершенно другой. Четвертый Нексус есть, нахрена ты еще 5 ставишь? Виси там между 3-м, 4-м и все. Да, поспешил в прошлой игре Patience, что я могу сказать, штормы там вообще ни при чем, поэтому билду штормов там в этот момент быть и не должно, вот. Тут дело в том, что не нужно спешить, суть армады очень и очень простая, какая? В определенный момент она становится практически неубиваемой, все. То есть до этого момента сидим на попе ровно, называется это. И никуда не лезем. Пейшенс же начал там, очень сильно он захарасил оппонента, летал там по всем направлениям. Решил, что уже готов там бас больше, чем вчера взять. Зачем ему больше бас? Ему юнитов надо больше было своих сильнейших. Привет, Паш. Что там у нас завтра будет? Все ли там готовы, сообщай мне новости, если что. Димага, Хэппи, как я понял, первая игра. Может, второй пары их провести. Что-то сразу Хэппи. Сразу много народа придет.
Да, задержка 2 минуты. Тут газ опять Patience ставит, Апокалипс убивал. Кажется, в этот раз Patience собирается не мудрить сильно. 4 гейта, и, по-моему, это адепт врыв какой-то будет в начале с варпом. Так, Рипер потерян. У Протуса пробка и газ. Газ и пробка. Кто Рипер завалил? Я пропустил этот момент. Че Протус есть? А, адепт. И адепт Рипера не заваливал. А кто его убил-то? А, ну, наверное, спилона Мазеркуру верчажем. Хотя энергии много у Мазеркуры. Наверное, уже накопилось. Задержка 2 минуты. Конечно, да, задержка есть, ребята. Помните об этом. Твайлайт у Пейшенса пошел. Раскладывает призму. Гиты открываются. Сейчас откроются сразу же автоматом варп. Значит, вот они открываются. Хоп, сюда переносимся. Пошел варп. Сразу же на призму. И Patience летит вперед, не теряя ни секунды на все свои действия, стараясь. А Обсервер сзади полетел. Подхарасил адептиками, можно и улетать. Ну, там пару КСМок убил. Привет всем, сверху вниз. Ну, все хорошо, пусть сверху вниз, пусть эти демаги первыми играют. Я тогда постараюсь плюс 12 начать FPS играть, чтобы уже люди пришли. Так, 4 гейта плюс 3 гейта еще строится. Здесь у нас марики адептика минуснули. Стимпак уже есть. Опасно призма летать. Можно призму отдать. По лимиту ситуация равная. У Пейшенса 3 некс. У Пейшенса блинк доделывается. И 3 гейта доделывается сейчас. Да, да я за часочек постараюсь начать. В принципе, у меня никаких планов там на утро вроде как нету. Ну что, марики приходят от апокалипса. Пейшенса проблемы на третьем Нексусе, но достаточно юнитов, чтобы подбиться. Враг Guardian Shield моментально сбит. И посмотрите, как вот одно дело с Guardian Shield сталкера, они просто, ну, их тяжело очень убить. А без Гвардиана попробуют тут вообще за контроль. До варпа, причем у Пейшенса здесь нет с этой стороны. То есть здесь очень медленный варп, и смысла в нем особо нету. Но апокалипс под пилон полез, Пейшенс чудом в итоге отбивается. Пошла первая атака. Харасит что-то Patience, не получает все нормально КСМ их добивать. Хотя не, несколько штучек убил и улетает, еще и адепты все три выжили, правда, на красных ХП все. Бараков 5 штук, здесь третья цешка пошла. Попытки дропаться от апокалипса идут. Patience как-то медиваки очень грамотно тут выбивает, смотрю, апокалипсу. Отблинкивает сталкеров, ничего не теряет, молодец. Ну и понемножечку восстанавливает свое преимущество. Третий Нексус добывается уже. Здесь еще все еще летают адепты, харасить собираются.
разводит на стимпаке, разводит на оборону Patience оппонент своего. В смысле, разводит на оборону. Сам что-то не понял я, что это значит, но... Видимо, это значит то, что часть юнитов дома находится. Я это имел в виду. Вот, и у Patience есть возможность сагрессивничать, что он сейчас и собирается сделать. Кстати, сталкеры, адепты приходят, здесь всего-то юнитов, всего ничего, несколько мародеров. Можно заходить спокойно абсолютно, убивать депушку, заходить на ХГ. Копается, правда, Минка. Минка копается очень опасно, это то, что Минка здесь есть. Здесь забегание на третью идет, там хоть 4 марика в этом забегании всего есть. Но они могут очень хороший демедж нанести, великолепные от блинки от Patience идут, он адептами врывается, но тиран-то позицию хорошую занял сейчас. То есть Patience только рабочих выбит, но ему рабочих тиран не меньше выбил вот этими 5 мариками, причем так, уверчаш нужно ставить. Куда ты летишь? Вот на этот пилон ставил уверчаш Patience, и все было в порядке. В итоге теряет Patience третий Nexus, смотрите, на ровном месте, просто на ровном месте третий Nexus теряет. А тирана в лоб убить не получается. По грейдам у тирана все уже хорошо становится. У него 30 цешки. И у апокалипса хорошая ситуация в данной игре получается. То есть сталкеров марики на халяву здесь нашатаю. Ну, нужно Nexus Patience восстанавливать. Он этого... Врывался Patience, а адепты здесь даже без скорости атаки были. Ну как ты так, Patience? Ну вот Апокалипс решил, зачем мне спокойно на клике игру выигрывать. Полечу, я дам шанс оппоненту вдруг. Так, минус сталкер, Минк просто залп делает. Вдруг он мне дропу забьет. Ну Patience дропа не сбивает, Patience идет в лоб, но в лоб он не сможет пробить Апокалипса. Здесь вон уже марики на ХГ есть и мародеры. А 6 медиваков дроп на мэйне просто отбить невозможно, учитывая тот факт еще, что... Тупо Patience и не успел поставить уверчажи здесь даже. А вы говорите уровень. Вот армаду отдал игру, полетал по центру карты. Пишем ГГ, выходим. Апокалипс в финале. Вот вам и разный уровень. Апокалипс взял и развалил в мясо просто. ГГ Patience пишет. Хорош вообще, молодец. Апокалипс царь. По-другому я и сказать не могу просто. Так, Гидра выиграл Чика, Гидра против Элайва. Что у нас вообще в игре? Как долго в игре, я не знаю, но вот такая вот у нас ситуация. Здесь Апокалипс уже в финале. Гидра против Элайва, то есть либо ТВТ будет, либо ТВЗ. Ну и Лайф, я думаю, фаворит с Гидрой, конечно же. Ну, не смог дроп избить Patience. Для Patience был бы шанс, то есть он этот дроп 6 медиваков принял на мэйник. Хорошо, тогда бы, да.
Ну, ждем Элаева против Гидры. Я не знаю, какая у них игра уже там. Начался только матч или уже давно идет. Всех приветствую, ребят. Давайте пока делать нечего, пока я лайв в игре, главное не пропустить. Сейчас я вам покажу просто, что, например, завтра будет на Бобролиге. А завтра будет следующая пара, ребят. Всех оповещаю, вы оповестите кого-то, если, может, кто-то не знает. Но я постараюсь пораньше начать, чем... Ну, я в 12 начну, а Бобролига в 13 будет. Вот. Такая вот у нас сетка. Хэппи Димага, Бистик Блэк Темплар, Тиран Викаверс, Стрэндж Гуру, Элейзер Топ, Вердос Сирал, Блай Коу, Кас Кокос. Ну, не знаю, как бы... Примерно балансная сетка, то есть раскиданы наши победители, Блай, Хэппи, там, Элейзер по разным частям сетки, соответственно. Вот, Стрэндж тоже топ-4, тоже здесь раскидан, как бы. И сверху вниз будут идти пары, соответственно, это в 13.00, завтра начнется, то есть Хэппи с Димагой будут играть первыми, Хэппи просил даже, чтобы первыми сыграть, потому что у него какие-то там дела, вот. Так что приходите, будем смотреть. Ну, а пока ждем. Опа, лайв доиграл. Давайте-ка к лайву. Ворвемся. Так, Элайв 2-0, Гидру минус 2. Ну что, финал у нас... Кстати, матч за третье Patience Гидра, а финал Элайв Апокалипс. ТВТ. Ну, даже не знаю, финал Элайв Апокалипс, это интересно. Спасибо за ссылочку, Вердос. Можешь кинуть и всем. В принципе, так, захожу в игру.
Будем финал смотреть, все-таки по традиции это Б5. Patience Гидра интерес, конечно, но... Как-то так. Полотенчек поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Всем привет, с наступающими. Спасибо, Полотенчик, как неожиданно, какой врыв. И прямо к финалу. Спасибо тебе за тайминг, тебя тоже с наступающим. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Очень приятно, приходи завтра смотреть, завтра будет очень интересный день. А май будет просто великолепный, на самом деле, для StarCraft. 1 мая финал GSL Zest против TY, и пошло-поехало там. С какого-то числа, по-моему, 7-го, ну сейчас посмотрим, кстати. Короче, в начале мая, там как-то в районе Дня Победы будет DreamHack проходить первый, потом у нас ВЦС будет 14-16 мая, потом второй DreamHack еще, короче, май богат на гигантские турниры. Спасибо. Почему здесь? Сначала первомайские праздники, потом 9 мая. Так что, ребят, запасайтесь вниманием, премиумами, приходите на стримы. Ну и буду FP стараться играть сегодня, вот не знаю, после финала. Ну, если финал сейчас кончится, ну, посмотрим. До 6, если кончится, может, несколько игр сыграю. Реберочек залетает. Гранат кукить и улетает. Юный террористик. Такой. Даже диверсантик, я бы сказал. Да, такого не дотягивает. И смешно, вот здесь ничего нету. Давайте, ребят, вообще смотреть. Ну что, Мари Киминка, Медивак, перед Робот Апокалипса. Здесь у нас игра была через Рипер ССшку, то есть, если Элайф отбивается, у него все в порядке. Так, медивачик летит сейчас. Спасибо, полотенчик, тебе еще раз. Ну тут викинг уже сторожит врыв этот. Но викинга убрал сейчас не вовремя, очень лайф. В итоге на халяву этот медивак прилетает. Минка копается, гранатки под минку выкинуты. Но она выжила, эта минка, чудом сейчас, кстати говоря, выжила. КСМок несколько штук в итоге зафокусил, в итоге все-таки Апокалипс. Сколько он наубивал здесь? Нормально наубивал. 5 КСМок, Гелион и Рипер погиб.
Но сплэшем через свою депошку очень грамотная лайфминку выбивает. Не дает ей шанс еще один выстрел сделать. Но это абсолютно верное решение. И контрдроп пошел. Пользователь экстратестрел активировал премиум на ваш канал. Спасибо, экстратестрел. Я сейчас пугался маленько. Ну, что я могу сказать? Дропчик этот разношерстный. 4 Марика Рипер Гелион. Аф Ангел, привет. Не знаю, что этот дропчик вообще сделать может здесь. Ну, что-нибудь-то может. Циклончик может ДБшки побить немножечко. Рипер там от диверсания. Это тот, кстати, юный химик-ядерщик. Гранаты кидает тут до сих пор. Все, накидался гранаты в этой игре. Так, 34-36 по лимиту. Здесь у нас банша летает, апокалипса разводит. Алайва. 3 КСМ забирается здесь. Сейчас под туретку не лезет. Правильно делает. Марик пытается забрать. Но одного забрал, второго не получалось. Да, еще Пасха 1 мая. Ну, как-то, ну... В этом году Пасха 1 мая. Плюс первомайские праздники. Кстати, да. Кто-то может Пасху праздновать. Я-то особо как-то так религиозный праздник. Не особо как праздную. Ну, если есть... На Пасху яйца катают, насколько я помню. Хотя традиция такая уже как-то стерлась во дворах. Я не вижу много, как раньше, когда я маленький был. Вообще везде, во всех дворах это происходило все. Можно даже бабосиков было там подзакатить. Кто прошарен был, нормально там поднимал яиц. И монетки заставляли. Ну что, маленький минус, успокойся, Лайф. Куда ты своих медиваков-то стебаешь? И посмотрите, апокалипс-то баншами расхарасил себе в плюс в итоге. По лимиту потери, точнее потери, конечно, у него больше даже на сотку, но посмотрите лимиты. Лимит в пользу апокалипса, и у него там цешка строит. Здесь банша еще циклона принимает одного. Фига там взрыв у него. У тебя 10 лет Старкрафта, у меня сколько? Приходит апокалипс, размены в этом апокалипсе... в этом апокалипсе. В этом апокалипсисе для Алайва апокалипс, конечно, сильнее. В этом размене, конечно, я хотел сказать. Потому что здесь очень много юнитов пришло, а там улетело абсолютно все. Будут выбиты ключевые здания продакшна вообще, такие как Старпорт. Викинг чудом успел выйти здесь, кстати. Циклончику можно захватить, викинга бы было. Но викинга без циклончика убил просто сейчас апокалипс. Пробивает бараки, Старпорт упал, это уже печально. Марик захватил, сканы идут, банша сбивается в итоге. Ну а что банша? Здесь еще и факта погибает, и по рабочим печально, 60-93. Вот вам и апокалипс, которого уровень ниже, чем у Пейшенса, как кто-то там утверждал. Апокалипс приходит, и Элайва первую игру разваливает, и это явно неспроста. Тут еще как бы не, далеко не конец, здесь Марики зашли в минеральную линию, правда, неприятно. Так, здесь танки против викингов дерутся. Ну, викинги нормальный демедж имеют. Сколько лет я со StarCraft? Не, ну комната у меня новая, а так-то... Ну, в 18 году, получается, где-то 20 лет будет уже. Я со StarCraft, охренеть. Ну, как, первый раз я в 98-м, наверное, да, увидел как бы его. Вот, у друга, как он только вышел, там, не друга, у одноклассника своего старого знакомого дома он был. У него компьютер уже тогда, вот. Ну, а где-то в 2000-м, наверное, в клуб начали ходить мы. Играть. Так что много. Первым StarCraft, по крайней мере. Так, здесь депошечки ставятся понемножечку апокалипсом. 115 лимит на 80.
Сенсор от... я не понимаю, есть сенсор тавер, а дальше что, пару туреток-то хоть раз-два запили по периметру, блин? Или этот один сенсор тавер должен отпугивать? Какие тут радиусы, кстати, стоят? Практически такие идеально поставленные сенсор тауэры периметр максимально перекрывают. Ладно, не буду развивать особенно всякую пошлоту. Просто сенсор тауэр уже точно по центру этого круга стоит. Вот это, видите, как бы точечка красная в центре этого круга. Вот, залетают медиваки, что-то тут викинги один сбили, кстати. Два успевают прилететь, но Элайф приходит на стимпаке, Элайф тущуна врубает. Смотрите, Апокалипс проваливает дроп, это фактически... Ты... Как же повезло сейчас чертяге Апокалипсу, он почти 30 пулеметов никуда слил, а зачем вообще дроп... А, он дропнулся, потому что развод на третью идет сейчас, то есть это просто отвлекающий маневр. Так, здесь Марик танк стебает по танку. Понятно, танк дал возможность Марику жить, и они вдвоем там нормально наваливают. В это время битва идет на третьей базе. Ну, кстати, Апокалипс просрал свое все преимущество сейчас. Каким образом? Он отдал очень много боевого лимита. В итоге по боевому он проседает, но по экономике в гигантском плюсе. Если сейчас... Но преимущество, ну как бы он потерял преимущество то предыдущее, но за счет того, что по экономике у него как бы все замечательно, у него сохраняется экономическое преимущество гигантское, вот. И у него преимущество все равно закрепится в перспективе. Но если Лайф какой-то выход попытается сейчас делать, дропчик грамотный, то у него что-то может получиться, как бы. Но попробуй тут через сенсор Таура, через эти пролети резко. Нужно вот отсюда врываться, походу. Фисташки дорогие, да, согласен. Как раз мне что-то сегодня хотелось за фисташками ехать. Зебал по клубам до потери пульса, но не до потери пульса. До потери пульса там пацаны были. Саня Рэм там жил, в Диабло Жуков слишком увлекся, на реке пламени взрывал в четвертом городе. Вот, некромантами и варваром убивали одни. Клуб на 8 компу был, все 8 и ночь коннектили, так 2 недели спал за столом, как бы там, ну, пацаны нормально вообще, по... Вот это трушное, да, такое прозябание, а я-то там чё? Я просто там был все время днем почти. Ну и на ночь тоже, конечно, ходили. Но такого не припоминаю. Чтоб настолько. Чё, марики дропнули сейчас? Нормально марики наваливают. Золотинчик, ну да. Ну да, получается, что так. А я вот как-то... Не, второй кваки я еще начало застал, но как-то у нас у нее так жестко не играли в том клубе, откуда я начинал ходить вообще, в принципе. Я уж больше такой рассвет третий кваки застал, там, StarCraft. Потому что поначалу как-то много не ходил, потом уже подтянуться больше ходил, не знаю, куда. Так, ну что... Что-то сканы туда-сюда идут. Посмотрите, вот как я и говорил, в итоге Апокалипс потерпел от дропа здесь дико. Я что-то так заразговаривался, как просто за разговорами, за воспоминаниями не заметил такого важного факта, что Апокалипс уже в минусе здесь по экономике и по всему. То есть дропчик зашел на мейн, это все-таки это лайва, и у Апокалипса продакшн был сбит. В итоге ситуация печальная, мягко говоря. И еще и атака была выбита ему, обратите внимание, вторая, что он заново вынужден ее делать.
Ну, он, правда, апокалипсис грейды на технику лучше, да все равно у него все получше даже до сих пор. Вот отсутствие туреток сказывается, блин, туретки надо делать, потому что... Так, идет апокалипсис вперед. Ну, тут танки по воздуху, к сожалению, не стреляют. Или к счастью, потому что по воздуху они стреляли, это было бы, конечно... Итак, что такое? А, здесь дропщик этот от этого Элаева идет. Дропщик тут апокалипсис вроде справляется. Смотрите, как маленький эффективно с медиваком разменивается. Жесть какая. Только танки подъехали, прикрыли. Только танками отбивается. Апокалипс тоже делает дропчик на мейнка лайву. И он так же, как и сам Апокалипс, буквально недавно к нему не готов абсолютно. В итоге по лимиту в плюсе оказывается Апокалипс. И кажется, здесь уже лайву это не отбить практически. Марики выжили, танков тоже очень много выжило. В это время врыв на четвертую базу мариками идет. Она будет уничтожена. Так, здесь на планетарку сагрились, умерли марики в итоге у лайва. Короче говоря, все-таки чудом-чудом, но апокалипс тащит. Ну что, ждем вторую. Хорошая первая игра такая. Ну что, ребяточки, погодите, а... А красное, это ж... В прошлый раз апокалипс, что ли, красным был? Они поменялись цветами, получается? Я не ошибаюсь, ведь апокалипс же выиграл предыдущую игру.
Так, Ванкаус, мама Квин Хозея, что это где? Я помню, был FM, по-моему, или как-то так, где еще Брюс там были. И М19 был. Привет, засадник 13, Твич. Твич вроде как врубился. Вот. В М19 много бывал. В 2002, я говорю, первый раз на ВЦГ мы туда поехали. Ну, не дико долго, я помню, он существовал. Но несколько лет подряд туда ездили, да. Так, кажется, Элайв победил Рипера на Рипера. Этот Рипер оказался сильнее. В итоге он забирает скальп КСМ-ки одной. Но в итоге пожадничал, полетел дальше Элайв и потерял Рипера. Здесь у нас 7 КСМ-ок переводится на вторую базу у Элайва Апокалипса. Уже добывается. Мулы летят на золото. Мне зачем мулы на золото летят, не понимаю. Оно и так быстро добывается. Так, здесь Рипер залетел. Да, Рипер залетел от Дальса только что. Засадник, я не знаю, о ком ты говоришь. Особенно по имени, поэтому. Так, кажется, я опять... Меня глючит или я опять как-то поменял расположение зданий? Да, такое ощущение, что да. Да, 100% поменялось. Я опять же не знаю, как назад вернуть. Хотя не, вроде. Вот сейчас нормально вроде стало. Да, вот, поменялось. А было вот так вот, рампа почти стояла. Просто разных игроков поубирал, и все поменялось. Все, здесь марики дропнулись вроде как все. Минка тоже дропнулась, но ее как-то нужно выбивать. Так. В 13 Бобролига начинается завтра. Так, здесь 20 клона Марики. Это какой-то интересный, но бесполезный выход. Заходит Апокалипс, здесь два танка. Что ты будешь делать? Одного Марика забрала. Зашел зачем-то Викинг, еще Элайва отдался сейчас. Если не понял, Элайв своих, что ли, Мариков случайно убивают. Лайф идет вперед, Апокалипс, я и думаю, где Марики? Вот он в передропах забрал, я по всей карте пытаюсь их найти. В это время еще Банша с инвизом на вторую залетает. И кажется, проблемы будут здесь у Элайва очень большие. Так, КСМ-ки подъезжают, Элайв в лоб пытается наломиться. Но здесь бункер есть. Здесь есть циклоны и Марики, танки приходят. Бункер в наглую сейчас продает, при этом всем Апокалипс. Да все, выходить, захватывать, да... Циклонами танки нужно захватывать. Здесь Банша Изи отбивается. На второй базе Банша Изи разваливает. Дроп здесь на мейне дэмэдж гигантский нанес. Это 2-0 Апокалипс. Очень похоже на такой расклад. Потому что я вообще не вижу возможности здесь для Элайва вытащить. Так, ну Баншу было отдавать абсолютно не обязательно сейчас, конечно. Единственное, что у Апокалипса нету стимпака, а у Элайва уже он сейчас будет. Вот это, кстати, может быть, это может быть контратака хорошая, удачная.
Так, двойной дропчик врывается сейчас. Что-то ничего не получилось, улетает. Ну, по лимиту апокалипс в абсолютном плюсе. Третья ЦЦшка. Хоть пятью КСМами, но добывается, и понемножку их все больше и больше становится. У Алаева вообще нету базы третьей в данный момент. Тут пошло. Обносится туретками апокалипс сейчас. Ванша на халяву. Тут Маликов летает, забирает апокалипса. Мало того, что у него все хорошо, так он и Баншо еще наглеет. Ну, несколько Маликов отделил все-таки. Лайф Баншо убил. По лимиту Лайф в плюсе, несмотря на то, что по общему уже очень серьезно проседает. По грейдам Лайф в плюсе, кстати. Сейчас Марики 1-1 будут биться против Мариков 1-0 только апокалипса. И у апокалипса Марики... А не, они со щитами уже, слава богу. Я уж испугался, что без щитов. Да, в 2002-м вот CGM19 по КС-у и по Q3 выиграли. Unkind. Еще по НТВ тот известный репортаж после этого был снят. Так, ну что тут, врыв идет очень жесткий от Элайва. Ну, у апокалипса танки растянуты сейчас. И эта оборона, в общем-то, эшелонированная такая получается, очень грамотно срабатывает. То есть марики поднимались на хайграунд и получали все новые залпы от танков просто. Банша до сих пор живет, у него 9 убийств. Ё-моё, Банша-то как тут на проблем каких просто наделала. Апокалипс понервничал, посмотрите. То туреток нету в предыдущих играх, то вообще жесть просто. Танк дропается вниз, ГГ, пишет Элайф, настолько понервничал, что Элайф затипанил просто от диваков, осколки летят, ничего не сделать. Что-то громит апокалипс Элайва, я даже не ожидал такого расклада прямо, ребят. Ну что, B5 у нас финал-то, по идее, должен быть. Да. Финал у нас все-таки B5. Вот вам и апокалипс по уровню ниже, чем Patience. Громит и Лайва.
Улучшение завершено. Брось с дороги! ГСМ готов! Так, что там за шляпа такая, я не понял. Ну что, ребята, апокалипс передрубчик, Марики Минка Гелиончик планируется. Точнее, это просто Марики плюс Минка и Гелиончик на второй врыв. Здесь два рипера летают. Апокалипс их видит сейчас, что они здесь летают. Так, Гелиончик спускается, видит двух криперов. Нужно сваливать сейчас. Гони его, Рокет. Как в Кваке рокетами. Подкинули и в воздухе еще добили. Это жестко было, ребята. Очень жестко со стороны риперов. Еще Гелиончик приезжает сюда. Так, Гелион маленький риперов пытается принять. Ну, апокалипс законтролил. Все отбил, все убил. Минку Мариков нужно засаживать и лететь вперед, что апокалипс и делает. Через банши скоро с инвизом будут. Викинг готов принимать, но врыв-то пойдет на вторую базу, насколько я понимаю. Дропчик на вторую идет, Гелиончик сюда еще подъезжает. Миночка копается, медивак бы нужно отвести бы сейчас. По викингу, а нет, не по викингу, по КСМ-ке залп. Ну медивак зачем было терять полностью? Терять полностью. Незачем медивак вообще было терять сейчас апокалипс. Пытается развалить как можно больше рабочих здесь апокалипс. Рабочих развалит, кстати, и немало он, я вам так скажу. Так что дроп этот не был минус, апокалипс в плюсе по лимиту сейчас. Минка сейчас за КДшится, может выстрелить еще раз даже. Не понял про... Уранкайн-то и то, что он выиграл 20 тысяч долларов, он звонил, я помню. А почему по щам многие захотели ему дать, не знаю. Так, здесь устроится у Лайфчика. Ну и Лайф хорошо живет, по рабам в принципе нормально сейчас у него все. Но апокалипс строит третью СЦшку прямо там на треть, а здесь позже и сверху дома. Что-то викинги полетали у викинга, одного 5 убийств, он там Мариков разваливал. Замечательно.
Так, готовится дроп от Элайва. Сканет, видит, что ничего у апокалипса. Вообще ничего на мэне нету апокалипса. Врыв пошел. Медевать танки. Залетает Ревен. Контр-выпадом сейчас неплохим. Ну, отбивается здесь апокалипс. Элайв пытается улететь. Улетел Элайв. Но потерял сейчас викинга на халяву. Еще одного. По лимиту Элайва меньше, но по экономике он в плюсе. Но тут есть третья ЦЦ-шка, которая уже добывает. Так, ну что, камни пробиты. Апокалипс какой-то выход собирается сделать, насколько я вижу. Ну да. Баншу тут продемеджили жестко ему. Собирается пробивать камни, заходить. Судя по всему, да. 1-1 раньше, щиты у апокалипса раньше. Вообще шанс проатаковать у апокалипса хороший сейчас был. Но он передумал идти, в общем-то. С этого направления он собрался идти вот сюда. Видимо. Кто-то что-то там мигает, не знаю. Армори у апокалипса нет, это аж вот только сейчас пошло. Камням пробивает. Полетает банша, видит, что камни... Камни не контролятся, кстати, сейчас. Так, циклон пришел, баншу выбил. В это время дропчик одинарный идет на мейн от Элайва к апокалипсу. Апокалипс заходит на третью базу. Стим, врыв на мариках идет. Здесь всего один танк. Здесь два танка дропаются. Третий в сидже. Мариков сплит идет. 102 на 75. Элайв там, правда, две базы одновременно апокалипсу шатает. Но я так понимаю, да, на мейне апокалипс отбивается. Причем очень быстро. Убивает Элайва вторую ЦЦшечку сейчас. И третью тоже он убьет абсолютно точно. Там очень много рабочих минус будет. Танчики забираются, часть Сиджа снимается, улетает. Ну а Апокалипс на двух базах спокойно живет абсолютно. Единственное, что ЦЦшечка... Так, ЦЦшечку заберет. ЦЦшечку заберет и очень быстро. КСМки сныкались, надо бы забрать их тоже. Че КСМок-то не забирает Апокалипс, не понимаю. 103.91 по лимиту, по боевому Элайва пока более-менее есть какой-то лимит. Но Апокалипс срывается, сбивает все медиваки, идеальный перехват просто. Что-то Апокалипс вообще в ударе сегодня. Неужели он так натренился, что так круто играет теперь? Убивает медивак Апокалипс. Третью восстанавливает базу. Да у него все замечательно. Единственное, что вот этих не увидел ребят. Ну, увидит в перспективе и тех ребят. 52-69 по лимиту. Совсем провально у Лайва. 3-0 просто от Апокалипса заходит сейчас. Силен, силен. Так, и гигантский дроп идет сейчас от Апокалипса. Так, врывается Элайв, Апокалипс контр-дроп тут. 4 медивака у него прям висит. Здесь 3 танка, а здесь одни маленькие. Вот у Апокалипса единственный минус. Нужно как-то улететь. Ну, Апокалипс зато теми юнитами, что влочил третью ЦЦ-шку, заходит опять же на вторую к Элайву. И последнюю ЦЦ-шку сейчас минусуют, она уже никуда отсюда не денется. Здесь мариками пытаются отбиться, танки на хайграунд Элайв привез, и марики в итоге все отбивают. 3-0.
ГГ пишет лайф. Вот такие вот дела. Фу. Молодец, лайф. Первое место занимает. Ну, мой стоп-старт я делаю, чтобы запись выложить и к вам вернуться без задержки.